Чекмазов Иван Иванович. Полный кавалер Ордена Славы. Родился 17 августа 1915 года в деревне Черная Грязь, ныне Киреевского района Тульской области. Командир минометного расчета 148-го гвардейского стрелкового полка, 50-й гвардейской стрелковой дивизии, 28-й армии 1-го Украинского фронта. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. До войны работал учителем географии в Узловском районе Тульской области. На фронтах Великой Отечественной войны с мая 1942 года. Участвовал в боях под Сталинградом на юго-западном, южном, 4-м, 3-м и 1-м украинских, 1-м и 3-м белорусских фронтах. В окружении сталинградской группировки противника, освобождении левобережной Украины, Белоруссии, восточных районов Польши, восточно-прусской, берлинской и пражской наступательных операциях. В ноябре 1945 года был демобилизован. Жил в городе Узловая Тульской области, затем в Туле, где работал директором средней школы. Умер 7 ноября 1995 года. Похоронен в Туле. Имя воина увековечено на памятной плите в сквере Тулякам-героям на проспекте Ленина в Туле. 16 октября 1944 года около города Вилковишкис огнем из миномета разрушил два блиндажа с укрывшимися в них 6 гитлеровцами и одну пулеметную точку. 22 января 1945 года в бою в районе населенного пункта Будупино был ранен, но поле боя не покинул. Оставшись один у миномета, продолжал вести огонь и уничтожил 6 пулеметов и до 10 вражеских солдат. 29 апреля 1945 года на позиции полка в районе города Барут прорвалась большая группа противника. Чекмазов получил ранение, но с поля боя не ушел. Его расчет вывел из строя 5 пулеметов противника. Боец в этом бою из автомата и в рукопашной схватке истребил свыше 10 фашистов.